Разделение, не могу сказать, что разделение — это всегда плохо, потому что всегда будет существовать два мнения. То, чего я боюсь, например, да, это то, что наша страна закроется от всего остального мира. Правда, меня это пугает не потому, что я боюсь, что нельзя будет куда-то выехать, а потому что мир уже давно должен делиться друг с другом информацией, технологиями и прочими моментами. Да? Нужно четко признавать, что в каких-то позициях в нашей стране мы отстали от мира всего. Да? В каких-то мы преуспеваем, в каких-то мы можем догнать, но для этого нужно сотрудничать. Поэтому вот все националистические идеи, они меня пугают как раз тем, что это все может привести к тому, что мы закроемся в какой-то маленькой коробочке и будем существовать внутри себя. Мы сильная нация, мы выживем вообще при любых условиях, в любой ситуации. Но нужно понимать, что мы живем в современном мире, и нужно двигаться вперед, а не отставать. Мы уже слишком много времени в прошлые периоды исторически потеряли, поэтому нужно стараться догнать остальной мир. И уже после этого можно там пытаться диктовать какие-то свои условия и играть в какую-то свою игру.